Отбросили котенка маленького. Деревня Якшина, Чеховский район. Приехала женщина на машине. Выбросила котенка и миски поставила с едой. Да. И вот брошенный ребенок никому не нужен. Большая просьба, возьмите его к себе, пожалуйста, в приют. Не бросайте. У меня просто дома и кот, и собака. Живу в квартире, не могу уже больше себе взять. Простите. Все. Кошки, боюсь, заходи, дверь открыта. Хотела показать, нифига не могу так показать. Так, никто, пожалуйста, не ломимся. Все. Кошки кушают у нас. Сегодня, сейчас обед у нас. Да, скажи, у нас обед. Нам принесли покушать влажный корм. Вот они собрались. Влажный все кушают. Вот так, вот скажи ты, да. Так, не надо вот выходить. Очень ласковый вот этот кот. И кошка черная тоже, да. Самый ласковый, скажи мне, да. У нас тут много ласковых. Толстячок, толстячок сидит. Голубоглазых много. Кто-то спрашивал, голубоглазых. Ой. Все, давай, заходи. Давай, я другой сейчас скажу.